Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видеосерия для начинающих садоводов и огородников. Продолжая видеообзор, не могла пройти мимо сорта роза ветров. Сейчас быстро-быстро вам расскажу, потом остальное могу дома рассказать, потому что у нас идет дождик, холод, грязь, все помидорки мои чумазые, я тоже чумазая. Пришла собрать спелые, чтобы они до конца не сгнили. Роза ветров именно для северных районов, это сорт из серии «Северные овощи». Выращивается очень просто, куст компактный, штамбовый, 45-50 сантиметров, похож на алтайский сюрприз и демидов. Плоды розовые, красивые, яркой окраски, их очень много, видите? Вот сейчас еще нет середины августа, они уже половину отдали свой урожай мне. Еще раз говорю, редкий окраска, редкая для вот таких штамбовых кустов, розовая, яркая. Плоды тоже 130-150 и... Урожайность достигает, можно собрать больше 5 килограммов с одного куста. Не с метра, а с куста. Вы видите, что он весь в томатиках, вот этот кустик у меня. Я уже собирала, сейчас и потом еще соберу. Нам нынче помешало лето, но смотрите, у нас сырость полтора месяца, все вот грязь, мокро. Томаты все целенькие, нет ни одного гнилого, ни почерневшего, никакого. Они просто грязные, но так они все целые. Очень устойчив к фитофторе и другим заболеваниям. Идеальный вариант для холодного, для короткого лета, для ленивых огородников, для занятых, кому некогда. Вот, пожалуйста, кустик. Весь в томатах. Томаты очень вкусные, сладкие, мясистые. Все, с вами была Ольга Чернова. Это роза ветров. Этот сорт специально выведен для северных районов, для районов с неблагоприятным климатом, даст вам урожай в холодную, сырую погоду. Даже весенние заморозки немножко, ну как, выдерживает. После обморожения обрастает, восстанавливается. Все, до свидания. Холодно, побежала домой.